Привет, камрады! И сегодня я хочу вам посоветовать такой канал под названием Мистер Айк. Снимает довольно-таки неплохие арты. Нарисовал арт Мистеру Берсеру, ну и нарисовал Эндермена, и вообще есть прохождение Майнкрафта. Всем советую. Очень довольно-таки хорошо рисует и довольно-таки неплохо. Ну, привет, мои друзья, мои тысячи подписчиков. Кстати, готовьтесь, скоро я... Ну, может, не скоро, но я сделаю довольно-таки неплохой монтаж, возможно, неплохой. По смешным всяким моментам, по разным видео. А сегодня я хочу поиграть такую игру. Сейчас. Под названием Madness Project Nexus. Это самая лучшая игра про Madness. Поехали. Значит, здесь есть story мод, а есть арена. Story мод у меня будет отдельное видео, сейчас покажу арену. Я почти проходил до конца, тут буду даже прокачиваться и выживать всякие разные волны. Находим арену. А еще когда мы только начинаем игру, у нас вот эта прокачка есть, ну, единственное, что здесь очень сильно так так, знаете, заглушу, то есть прокачка есть. Сначала вообще прокачки. Мы тоже будем. Сначала вообще у вас ничего не прокачивается, если все прокачивать. Вообще почти до конца прокачать, понятно. Значит, лидерство — это чтобы можно было всяких друзей к вам приглашать, вот так вот. Энд — это, ну, чтобы было броню надевать. Я даже не знаю, что это. Это скорость и, не знаю, что, простите. А это сила. Как вы смотрите, здесь мы можем... А это, как мы можем попадить оружие всякое. Золотые, тут есть золотое оружие, есть обычное оружие, мир, отлично. Я играю, сейчас скажу, вот это был герой, его имя Бог, такой прикольный. Что можно получить оружие, да, может прокачать оружие, но это раз. Очень всегда и ла-ла-ла. Быстро перезарядка. Ну, представим, что мы первый раз зашли, представим, что еще вообще нет. А это, кстати, можно покупать всех разных персонажей. Даже. И некоторые ряд всего могут выпустить персонажей, такие как Трики, Стэнфорд, я буду его звать Джебус, Дэймус, Свейн, Блокфет, Клинкс и Луис. Также еще может выпустить Хэнк. Я знаю. И возможно. Ой, еще вот я могу быть. Не, мне кажется, это все. Сейчас может тут еще есть. Мне кажется, это все. Я тут буду шериф. Мы сейчас в версии играл уже не обновляется, лето будет обновляться. Поэтому ждем вторую часть, которая в старте, вы можете ее помочь. Ну давайте представим, что первый раз играем, можем экипировывать всяких разных персонажей. Например, никого не будем экипировать, потому что представим первый раз наши и бла-бла-бла. Теперь мы должны... А, нет. А, Эквир. Я поймет, беру, то считаю, мы уже оружие, потому что мы должны его потом. Значит, все убираем. Если не забуду, как мы делаем. Ну, хотя я не забуду, что вот так вот выглядит наш герой, главный герой. Как обычно, Грант. Давайте сейчас мы убрём быстренько. Ладно, у нас четвёртая. Дальше быстренько убрём. А, привет, чувак! Видите, даже обычный Грант может быть не так сказать. Но Грант нельзя. Очень, вообще не могут убежать Грант. Потому что Грант... Он очень слабый, не знаю, какая броня. Хотя, в принципе, с Грантом тоже бы не могли играть. Если броня какая-то. Не советую Гранту. Но он, в принципе, тоже ведь такой сильный. Чтобы даже один человек по нему можно пройти по что-то волну. Ну, это не о смысле. В этой игре, так, еще брать оружие, но это как то есть, но в этой тоже же надо. Это обычный шутер, но он всем помочь, кое если сделать хорошо, а каша не все. Ладно, главным разработчиком, как бы много сделать. И кринжи. И пусть это
помочь, то это очень довольно-таки проблема с этим, как всегда. Значит, короче, да, я хоть все тогда расскажу, да. Значит, убирать все это опять, потому что у меня были проблемы записи, я должен знать. И сказать. А, я забыл убрать оружие, что такое. Так и его убрать, я думаю, тоже. А, нет! Ну, потом покажу. Немножко спойну, ну ладно. Пофиг. Значит, убираю, сказал. Да убираю! Все, теперь у него ничего нет. Я эту из команды убираю. Значит, прикольно, что было в предыдущий раз, ну да ладно. Значит, там пришли такие чуваки, у них была броня. И чтобы их убить, нужно было их вот так дубасить, только кулаками. И каким-нибудь оружием, ну, ближнего боя. Кто они меня забили. Так он может бить, круто. А поначалу так бить не может, потому что прокачки нет. А мы можем брать оружие вот это. Бля, а что там делать? Ну, да, не прикольно. Бей. Да хотите, он два раза ударяет, это не круто. О, не убил его. Смотри, можно кидать оружие. Ай, ну что ты увернулся? Ну, врач, пусть прикольно. А, вот, можно убивать их куда-нибудь оружием. Да. А еще, когда ты еще раз убрал, мне уже так получалось, ну, даже сейчас. Ну, и можно даже уже дать всякое оружие подбирать. Или какие-нибудь оружие. Или можно выбирать оружие. Поэтому много я не потеряю, да мы вообще никогда не учили. Только момент, когда я показывал этих чуваков, которых нужно было только брать оружием ближнего боя. Вот это было печально, что потерять этот момент. Наверное, теперь я буду только брать его. Не знаю. Давайте еще немножко поиграем, последнюю волну сделаем, чтобы вообще было время поиграть в другую. Немножко уже. Да и после него мы быстренько проходим. Берем напарника, это самый лучший напарник. Он очень быстрый. Я первых уровень, даже можно даже не ходить. Вот все. Он будет все просто делать очень быстро. А это первый волны. Да на первых волнах мы можем не станет стоять. И уже такие острые, это русские, я не знаю. А база прикол. Такие номера, Вот сейчас Я бы могу взять другую игру и взять себя. Ну а нет, это не другую игру. Я просто продолжение манны. Спайлы, это конец. Конечно. Потом я, конечно же, покажу этих пробников. Ну, как бы, когда я буду проходить, я проходить арену. Надеюсь, если не будет проблем с этим. Я буду проходить арену, поэтому все.
Прикольно, следующий день. Уже наши игры. Это Magnus Interactive. Это одна из моих первых игр по Magnus. Не Мерингерс, собственно. Но это на втором, на Мерингерс, на втором месте получим игры про Magnus. Сейчас узнаете, почему. Эта игра очень сложная, но... Тут, конечно, есть... А там... моды, обдоны, там есть конечно люди, а есть моды, я думаю, все бесконечные люди, поэтому как вам повезет. Очень много разных модов. Еще других игр, только Fighter G первых переделанных. Переделывающие эту игру. И там очень много прикольных рисинок, поэтому это будет показывать. Нажмите просто моды, нажмите просто моды, терак, мод и так далее. Также, возможно, вы слышите музыку из Magnus Project Nexus. Такая история, что типа мир сошел с ума, этому чуваку, который главный герой, принесли пустой коробку от пая, пирога, и разве всего три жизни на эту игру, значит, эту игру просто нереально пройти. Я понимаю, что эту игру можно пройти, но это очень сложно. Конечно, сложнейшая игра, но самая, она самая сложная игра, которую я играл. В первом месте, и в втором месте. Нет, самая сложная игра, которую я доиграл. Вы играете очень здесь быстро, у вас нет шансов на выживание. А можно лапы делать? Интересно. Сына комплит. По сцену мы ходим, тут я этого не был. Давайте это сделаем. Надеюсь, мы сможем по сценам играть. Сценам делать. И потом будет все. Как мы можем играть? И меня уже почти убили. Меня уже убили. Я не могу ходить. Погейн, мы начнем с начала игры, поэтому тут нет смысла даже пытаться игру проходить. Играем просто давайте в эксперимент. Мы идем мимо врагов. Ой, блин, я скоро. Ай! Вот это, кстати, у меня сейчас в руках самое лучшее оружие в этой игре, которое, кажется, нет даже в одиночной игре. Если бы оно было в одиночной игре, ну, вообще, ну, бесконечные патроны было оружие. Возможно. Да, ну, бесконечное оружие, патроны. И его вообще самое лучшее оружие. Ну, как вообще так делать? И что, у вас сейчас он тогда будет? По-моему, он тебя смог убить. Бесконечно, бесконечно, я гопу все. А сколько их можно убить? Вау. А, как, например, в других оружиях не бесконечные патроны, как у меня. Это тоже неплохое оружие. Огонь, огонь. Это уже никак не спастись. Как я знаю. Игра обновилась. Не то чтобы недавно, но просто обновилась прямо. Я тут были такие апгрейды, потому что раньше не было никаких апгрейдов. Но такого оружия я не помню. Потому что там было такие. Огнемет. Ну, хотя, возможно, это вода, да, ну, что я просто не помню. Эта игра давно так вышла, что я уже давно не играла. Ну, это уже все, потому что... Я не знаю, что еще об этой игре сказать. Давайте поиграем челлендж. Ну, блин, просто я не знаю. Тут есть всякие чит-коды, чтобы пройти игру. Ну, это, конечно... Я не могу сказать, что это нечестно. Вот эти чит-коды, наоборот, если их вести, ты будешь играть честно, потому что нечестно, что у тебя всего лишь 3 жизни, ты не можешь вообще пройти даже 2 экрана первых. Ну, я не могу. Челлендж, тут можно убивать всяких зомби. Смотрите, вот такой челлендж, он очень сложный, его нельзя пройти по чистке. Мальчик, приходим. Этих убиваем. Пока что я не... И зомби... А, и судья! Это прикольный он. Убивает вас. Я вам смысл.
еще было не мусор. Вот Джебус. Так его называть. И все, вас быстренько убивает, поэтому. Даже кажется, если даже если убиваете, то потом опять прилетает. И поэтому это очень сложный туториал. Ладно, кажется, это уже все. Всем пока. Сейчас помогу. А, сейчас правильно последний матрица. Ну ладно, подожди. Это агенты. Да. Че, блин, здесь, блин, дети. Если у меня есть качок, то у него с первого устрела у меня... Ай, блин, я вас только раз ударил, что это, конечно, всем...